Всем привет, друзья, с вами Пейн, и прямо сейчас мы вместе с вами посмотрим такой замечательный мод, который добавляет в Майнкрафт кучу животных, дополнительных вещей, всяких веселых штук. Ну, в принципе, помимо животных и дополнительных вещей, ничего. Так, это что у меня валяется? Что-то забыл подобрать. Так, это получается мясо... Да. Чье это мясо? Чье это мясо, господа? Это оленье мясо, походу. Олень, у тебя есть мясо? Мясо? Олень! Представляю вам его. Пасется он в летнем биоме. В лесах. Кстати, в зимнем биоме он тоже обитает. Да. В зимнем и летнем биоме, но не в... Ну, только не в песочном и грибном. Да. Обитает он на полянах, в лесах, да, в принципе, везде. Поэтому вот. Падает с него оленье мясо. Такое, такое. Его можно пожарить. Пожарить. Вот так вот жарим. Угу. И получаем жареное оленье мясо, и можно полакомиться. И у него всего 4 хп. Ну, то есть он дрищ тот еще. Да, идем дальше. Так, олень, подожди-ка, мне надо вас побольше. Дальше. Давайте... Так, это Агама Сурикат. Агама Сурикат. Ну, я просто не знаю, что это конкретно, то ли Агама, то ли Сурикат, непонятно. Не совсем понятно, но... В моде, по-моему, было написано, что это Агама. Ну, так... Типа сурикат. Ну, в общем, одно из двух. Я не могу точно сказать, но называется он Bear Bad Dragon. А, Bear Dead Dragon. Короче, как хрень какая-то. Но это либо Агама, либо сурикат. Либо автор с ума сошел. Падает с него яблоко и песок. Такие дела. Спавнится он в песочных биомах. Да. Дальше. Обезьяна. Обезьяна, она, да. Она умеет, она в джунглях повитает и в лесных биомчиках тоже. Обезьяна. Выглядит она как даун. Да. Падают с нее бананы и палки. Почему палки, я не знаю, но... Так, как есть. Берем бананы в руку, которую мы прям с нее же и выбили, с ее подруги. И приручаем обезьяну. Теперь обезьяна как бы приручена, но она за вами ходить... А, нет, будет. Все-таки будешь. Но она как-то странно ходит, она как-то с перерывами. То есть она как-то забивает периодически, думает, да ладно, забей, насрать. О, он даже перемещается. А, стоп, это походу из-за геймода, который я включал, да. Нет, она, короче, нормально ходит. Стоп, а будет ли она атаковать мою вражину? Ну-ка, давайте посмотрим. Допустим, вот так. Зомби меня будет бить. Ай-яй-яй, меня бьет зомби, ты будешь его бить? Ого, она бьет его! Но не очень эффективно. О, с него упали какие-то... Ого, а вот этого я не знал, что с ним еще кое-что падает. Стоп. Вот этого я не видел, что это? Помимо банана с нее упала лиана. Яблоки. Стоп, какие яблоки, господи, где обезьяна? Вот. Палка, банан и лианы с нее падают. Я про лиану не знал, господа, сори. Сори. Так, дальше идем. Убираем бананчики. Так, дальше. Орка. Ну, орка это кит. Кит. У него 20 хп, прямо так же, как у игрока. Что? Я думал, она идет мне вламывать за свою подругу. Кит, да, он издает такие интересные звуки, типа... Да, и с него падает китовий жир. Whale oil, который можно использовать при жарке, ну, в печи, короче, можно его использовать. Как уголь, дерево, как топливо для печи. Да, идем дальше. Так, ты, по-моему, утконос. Да, это утконос, утконос. Он, насколько я помню, дерзкий малый. Давайте посмотрим. Овца. Нет? Не реагируешь? Свинья! Стоп, а может это из-за... Не реагирую, смотрите. А, кит выпрыгнул на берег и сдох. Кстати, чё с кита? Да, и с него еще кости же падают, я вам не сказал об этом. Да, кости падают. Кит выпрыгнул на берег и сдох. Он очень странные звуки издает, если вы не слышите. Такие звуки. По-моему, это странно. Ну ладно, ему плохо. Не мудрено, что он самоубийством жизнь покончил. Давайте лишим его
мук, мучений. Так, давайте дальше. А, с утконоса падает рыба и яблоки. И, по-моему, он приручается. Нет? Да, он приручается рыбой, рыбёхой. Иди за мной. Иди за мной, сынок! Идешь? Давай. Нет, он не идет. Ему нас... А, да, смотри, телепортируется. Но как-то целенаправленно он не идет. Обезьяна, эй! Отвали! Обезьяна убила овцу. Свинья. Обезьяна-свинья убила овцу. Ну и ладно. Идем дальше. Идем дальше. Что у нас дальше? У нас дальше орел. Орел. Это орел. Орел. Полетел. Это орел. Орлы полетели. В далекие краи. Орли, орли. В общем, с орлев падает рыба, перья, и из перьев крафтятся вот такие вот замечательные орлиные крылья, которые хрен знает для чего нужны. Ну, сейчас я покажу, для чего они нужны. Но эффективность этого минимальная. Попробуем. Мы такие, значит, с высокого подступа берем в руки эти. Прыгаем, зажимаем правую кнопку мыши, и мы типа, о, без урона упали, стоп. Это реально, что ли? Не верится мне, что-то хочу еще раз посмотреть. Ну-ка еще разок. Они работают? Или я, походу, что-то неправильно делал. Разбегаемся, в руках держим, нажимаем правую кнопку мыши. Смотрите-ка. Реально без урона упали. Хо, нет, я ошибся, они крутые. И они, как вы видите, портятся со временем. Но зато они, блин, можно с огромных скал прыгать куда угодно и не разбиваться вообще. Классно. Ладно, дальше. Спаун Дир. Но мы уже спаунили, это олень. Олень. Прикольный. Ну и, конечно же, Биар. Медведь. Здорово, медведь. Как дела твои? Тебе нравится? Тебе нравится обезьяна? Как вы видите, медведь, у него довольно интересная политика. Он не убивает просто так. Никогда. Если медведя, не беспокойтесь, он вас не тронет. Но если вы будете его беспокоить... А-а-а! Сынок, шельмец. Что, не нравлюсь я тебе? Даже если со спины к нему подойти просто. Он вас кусанет. Ой, за мошонку. Я знаю этого. Смотрите. Оп, обезьяна рядом стоит. Ну все, обезьяна. Ты напросилась. О, господи. Обезьяны нападают на Бира. Бир с базайза. О боже. Обезьяны бьются с Биром, а Бир еле как. Бир не выжил, но приходит его брат. Брат кикбоксер. И дает им просраться, потому что кит прилетает с неба и начинают драться они. Рыба летит, господи. Олени свистят. Олени рожают детей. Кстати, стоп. А Биры рожают детей? Блин, а у медведя нет детей. Вот же ж говна. Ну ладно. А, медведь питается рыбкой. По-моему, его нельзя накормить. Да, тебя нельзя накормить, но жри тогда так. Потому что если я к нему подойду, он меня сожрет сам. Все, кто к нему подходит, умирают, да? То есть бам, бам. Кто к нему подойдет, тот умрет. Кто нарушит покой мой? Откушу ему что-нибудь такое. Округлости с волосами. Поэтому не подходите. Падает с него рыбина, мы даже проверим сейчас. Оп, 12 урончика. Оп, еще немножечко, рыбка, много рыбки, много. И последний наш, предпоследний экземпляр, полярный мишка. Полярный, йоу. Я такой же, как он, только не черный. Я спиной убиваю оленя, жопой. Да, ты жопой убил оленя? Вонючий. Они дышат, как будто у них... не знаю, хронический... Я не знаю что. Просто все заболевания горла и легких. Просто ужасно. Дышат они. Ну и по... А, с него падает, по-моему, тоже рыба. Да, рыба. Рыба. Здорово, здорово, медведи. С тебя падает рыба. Рыба, да. И последний нас экземпляр на него падает... С него падает гнилая плоть нашего последнего экземпляра, называется Crowding Zombie. Это половинка зомби. Oh! Get bad! Like that! Woo! 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 Ребята, полегче! ХП у них столько, сколько и у зомби обычных, столько, сколько и у игроков.
Двадцаточка — это 10 делений сердечек, здоровья и уздечек. Примерно, да. Ну и убьем, наверное, Мишу. Ну или Миша нас убьет. Конечно же, Миша тоже может, тоже. Миша же хороший. Ну вот, в принципе, и все, господа. Зомби падает Raiden Flash, то есть зомбятина или гнилая плоть. На этом наш обзор заканчивается, и всегда был рад помочь. Если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на канал, оставить комментарий и поставить лайк. Лайки очень помогают и мотивируют, поэтому скорее ставьте, господа. А я желаю вам удачи, друзья. Всего хорошего и пока!